теперь мы, нам бы хорошо бы подключить питание к материнской плате. Итак, питание материнской платы у нас состоит из двух частей. Первое – это питание самой материнской платы. Это вот такой 24-контактный разъем, он идет вот сюда. И второй – это у нас питание процессора. Он идет вот сюда, и он у нас 4-контактный. Здесь, ну, потому что блок питания там 200 с чем-то ватт, не рассчитан на мощные процессоры, не рассчитан на разгон. Вот, как устанавливаем этот разъем для питания материнской платы? Значит, с одной из сторон разъема есть вот такая вот лапка. Вот она. Вот. Здесь на материнской плате с одной с правой стороны есть вот такой вот тоже зацеп. Он как раз предназначен для вот этой вот лапки. То есть с этой стороны лапка и с этой стороны вот этот зацеп. И мы вот так вот, то есть по-другому, вот так вот, мы даже не сможем его поставить. У нас конструкция, вот эта вот конструкция контактов, пластика, вот эта обойма контактов, не даст нам неправильно поставить его вот так вот. Мы просто не сможем, он у нас не воткнется туда. То есть мы поэтому берем вот так вот, ищем, чтобы с этой стороны ножка была, с этой стороны, где вот этот зацеп, и мы аккуратненько ставим, он у нас сам заходит, и мы его потом надавливаем до щелчка. Все, щелчок есть, мы потом смотрим, чтобы этот зацеп, он зацепился хорошо. Вот он, мы видим, мы еще раз надавливаем, все как бы, все отлично. Так, ну и прячем этот провод вот сюда подальше. Так, есть. Теперь питание процессора. Ну, здесь все то же самое. Здесь есть вот такая вот штучка на вот такой вот зацеп или зажим на разъеме. И вот здесь есть сверху, вот он, вот такой вот зажим. То есть мы должны вот так вот как раз и поставить наш процессор. Вот он. Вот. То есть по-другому, вот так, например, мы уже его не поставим. То есть зажим должен быть вот с этой стороны. И вот мы его именно вот так вот. И вот тут же самое, здесь сделана конструкция наших обоймы вот этой контактной. Сделано так, что мы по-другому его не поставим. То есть мы его делаем до конца, до щелчка, чтобы вот этот вот зажим у нас, вот он, зашел за... Вот, хорошо зашел, все, мы корректно установили наш разъем. И опять тоже провод, смотрим, чтобы он... Заводим провод так, чтобы он не мешал нам... Не попал нам ни под какой вентилятор. То есть мы его в идеале его закрутить. Ну, в принципе, вот. Вот так вот он не попадет никуда. По крайней мере, не должен попасть. Все. С питанием материнской платы и питанием процессора мы разобрались.